Уважаемые дорогие наши зрители, также подписчики YouTube канала. Эту печальную новость мы узнали от нашего источника шоу-бизнеса, который рано утром преподнес нам ее на одном из самых крупных российских сайтов. А перед началом просмотра данного ролика подпишись срочно на наш YouTube канал. Ведь только там самые интересные и честные новости о жизни российских звезд. Наш любимый российский актер Игорь Скляр сегодня ночью в срочном порядке был госпитализирован в районную больницу. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Как сообщают нам наши медики, которые в тот момент принимали и осматривали Игоря Скляра, у него серьезное отравление. На данный момент полиция занимается поиском виновных. Родственники сообщают о том, что Игоря Скляра кто-то отравил. Будем надеяться, друзья, на то, что завтра утром появятся подробности этой трагедии, где мы сами обо всем узнаем. Следите внимательно за нашими новостями, ведь все, что мы делаем только для вас. До скорых встреч и будьте всегда с нами, друзья, на нашем YouTube-канале.